Милана Желябина любит музыку, сочиняет песни, теперь одна из участниц ансамбля «Преодоление». Увидела такой пост в интернете и решила то, что почему бы не попробовать помочь ребятам, поддержать их. Также я тоже имею музыкальное образование и просто решила попробовать. Антон Тарасов в минувшем году подал заявку на грант губернатора по созданию совместного ансамбля для особенных и здоровых людей. Проект выиграл, первый результат, команда сформирована. За счет взаимного общения, занятия музыкой, все равно, если посмотреть психологическое влияние музыки, занятия творчеством, искусством, это все равно сближает и, скажем, благотворно действует на психику и на вообще психологическое состояние человека. На репетицию пришли не все. Собраться одновременно взрослым с массой дел непросто, но в ансамбле верят, все преодолимо. Меня пригласил Антон. Антон знал, что я увлекаюсь музыкой, и я считаю, что это замечательная возможность пообщаться, познакомиться с новыми ребятами талантливыми в нашем городе. Первое выступление ансамбль «Преодоление» планирует на День молодежи. Сейчас решают вопросы по репертуару и созвучию. Таких разных, но с одной целью – голосов. Наталья Платонова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».